Всем привет, привет, дорогие друзья, с вами Лейксиан, и сейчас мы с вами будем играть в Metal War Online. Я вам расскажу, что это такая за игра, немножечко вкратце, и расскажу вообще, почему я начал в нее играть. И давайте начнем со второго. Я начал в нее играть, потому что мне пришла в голову такая идея сделать мультиплеерный забег, такой, точнее, ММО-забег. Я буду играть в множество онлайн-игр, как популярные, так и не очень, припустим, как вот эта игра Metal War Online. В ней сейчас зарегистрировано меньше 100 тысяч человек. И я решил начать с нее такой мини-популярной, но тем не менее интересной такой более-менее задумки. И в первую очередь давайте немножечко расскажу об самой игре, что это вообще такое и что она себя представляет. Визуально здесь все напоминает World of Tanks, небезызвестную, думаю, практически ни для кого игру. Здесь также есть внизу панель танков, которые... или машин, боевых машин, скажем так. Боевых машин, которые есть у вас в ангаре, можно прикупить и купить слот за 300 золота. Я не знаю, как эта валюта называется, будет это у нас золото. Да, золото, 500 золота. Можно прикупить дополнительный слот за 300. Также, соответственно, здесь есть ветка прокачки. Вот, ваша боевая машина, вы играете, зарабатываете опыт и прокачиваете для нее детали. Дальше, когда прокачали все детали, вы можете открыть следующую машину, ну и так далее. Это все, думаю, всем знакомая система прокачки. Ничего нового здесь абсолютно нет. Здесь есть ранги или уровни, не знаю, как правильно набрать. Да, уровень. Здесь есть уровни, вы можете прокачивать их. Соответственно, зарабатываете вот такие вот медальки. Статистика машин. Статистика машины и топ 1000 еще не работает, так как игра постоянно дорабатывается. Сейчас она находится на стадии открытого бета-тестирования. Для меня эта игра в первую очередь не так, как танки, что я стараюсь в последнее время играть чисто, чтобы вытащить статистику. И так, ради скилла более-менее я стараюсь играть в танки. Здесь же просто, чтобы покататься чисто фаново, здесь просто все безумно. Машины втараниваются друг в друга, все отлетает. И в общем, все довольно так выглядит интересно. И в первую очередь эта игра чисто для фана. Если вам, кстати говоря, интересно, я ссылочку оставил в описании под видео. Можете регистрироваться, я буду периодически играть. Если вы найдете меня в игре, тогда я буду рад с вами покататься. Ну так вот, здесь еще, что еще есть? Также слоты оборудования и всяких мелких расходников. Правда, все довольно-таки знакомо, и я думаю, здесь нет ничего такого странного, скажем так. Здесь есть также задания некоторые, вы можете их принимать. Заданиями, кстати, напоминает игра мне Star Conflict. У меня такое вот ощущение. Эта игра такая, да, некая помесь Star Conflict и World of Tanks. Вот такое вот. В принципе, задумка, как я сказал, уже не нова, но можно покататься, немного пофаниться вместе с друзьями. Ну, так вот. Вроде бы сказал все, что хотел. Давайте я вам покажу сам боевой процесс, как все обстоит. Нажимаю кнопочку «В бой». Загрузка. Так, вот эта вот карта. Бои здесь иногда проходят просто очень долго, и вам придется ждать чуть ли не 15 минут, чтобы бой закончился. Хотя иногда, иногда вы можете по-быстрому расправиться с противником, то есть раз-два, уделать его и, собственно, уничтожить базу противника. База противника — это как бы некий обелиск. Ну, он мне таким показался в первую очередь, когда я его только увидел. Иногда приходится, кстати, ждать долго для того, чтобы начал с собой, так как онлайн сейчас в игре 1700 и в очереди 32 человека. У всех игроков разные уровни, и приходится ждать, 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 пока начнется. А когда начнется бой, мы с вами все увидим. Так, наконец-то мы дождались этого чуда. Австралия, заповедник Марблса. Режим сейчас в штурм. Итак, итак. Что же, где же, что сейчас будет? Сейчас я вам все это покажу. В ангаре, кстати, было несколько типов машин. Можно было еще их показать. Я выбрал вот такое чудо. Это чудо со слабой пушкой. В принципе, это более хил инженер, скажем так. Одной кнопкой мыши я ремонтирую, а второй уничтожаю повреждения. Здесь я наношу минимальные, а более основная часть это будет просто... Я буду хилять, хилять всех, 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 кого смогу встретить и увидеть на своем пути. Какая ракета пошла, я никого еще не увидел даже. Вот, я забор сломать, это уже хорошо. Здесь физика машин. Физика — это назвать сложно, здесь все динамично. Ой, а это еще кто?
это Винвизи. Да, машинка это была в Винвизи. Здесь есть у некоторых машин такая вот способность. Так, у меня слабенькая пушка, но я думаю, мне это не помешает. Ой-ой-ой, я своего немножечко подстрелил. Я заработал поддержку. Поддержку. Так, я не могу своего немножко подлечить. Лечись, лечись. Не получилось, не получилось. Меня подстрелили, надо уходить побыстрее, побыстрее. Моя задница горит. А вот, все. Он в ловушке. Думаю, не сможет долго прожить. Побыстрее его надо запулять. Хотя я сколько я вижу, я ему даже урона не могу нанести. Нет, 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 нет. Двигать. Убийство. Я смог кого-нибудь убить на этой маленькой тарантайке. Все очень динамично, быстро и... Так, надо подхилять. Надо подхилять. Где кто стреляет? Я уже 1000 хп нахилял. Здесь у машинок очень большое количество здоровья. И 1000, там 3000, 5000. Это фигня, там отхилять, нанести. Ой-ой-ой, пора двигать ноги. Двигать ноги. На. Жаль, что от всяких встречных таранов никакого урона не наносится. Так, еще один. Я вижу еще одну маленькую хрень. Ой-ой-ой. Нет, меня попали, двигай булками. Исагир Алиб Талиб. Блин, он меня уничтожил. Нехорошо получилось. Вот эта мелкая ханатин со своей скорострельной пушкой делает просто чудеса. Она просто так разбирает все. Так, кнопочка в бой. Готово. Я подхилялся, подлечился, подлатался. Нет, наша база, твою мать, нашу базу уничтожает. Надо что-нибудь предпринять. Я выступаю в поддержку защиты животных. По мне нельзя стрелять. А я могу по всем стрелять. Нет, нет, нет. Убийство есть. А теперь меня, если кто-то отхилял бы назад, я нифига не вижу. Мне 36% моего здоровья. Твою же дивизию. Этот бой как-то не с руки. А я могу отхилять нашу базу? Нет, базу я... Отхилять не могу. А, база хиляет за меня. Ты все правильно увидел? 51? 58? Да. Сейчас я немножечко отхиляюсь. Я на втором месте. Хотя я и мелкий хил, скажем так, инженер. Так, ладно, все, хватит с меня на первое время. Поехали, надо прописать противнику. По самое первое число прописать ему в щи свертухи. Так, это хрень, Феникс один. Феникс один больше здесь ездить не будет. Так, кто еще есть? Едет какая-то мелкая машинка. Но я не могу ей нанести практически никакого урона. А она меня неплохо разбирает. Так, пора двигать булками отсюда. Так. Пошел нафиг. Ты мне аж просто ни разу удовольствия не приносит. Юра, ну ты, блин, и дура. Почему ты не мог оставить нас в покое? Так, в следующий раз выберу какую-нибудь другую машинку для того, чтобы вам показать. Пока что это чудо. Это чудо, мы наконец-то базу противника смогли повредить. Это уже хорошо, хотя наши уже помирают навеки. Навеки вечные, что же нам поделать? Я говорю, в первую очередь, эту я игру вам просто показываю, что здесь происходит, и моей целью не является показать мой суперпрофессиональный скилл, как я нагибаю на этой малютке. Нет, такого вообще нет. Я просто хочу вам показать саму игру. И здесь не будет только победы, только стата, только задротничество. Нет. В этих роликах мы будем знакомиться с самой игрой, режимами, или он пока что один, я не знаю еще точно. В общем, наш смысл с вами узнать как можно больше о самой игре. Ой-ой-ой, кто там? Какой магнум? Я могу ему что-то... Пора двигать булками отсюда. Левой-правой. Так, надо побыстрее сваливать. Потому что я уже чувствую, как горит моя задница. Забирай, уходи, пока, прощай. Друг мой, поговори со мной. Так. Нет. Что там? Мне нифига не нравится, а то как он на меня летит. Так, поддержка это хорошо, но, надо уходить, двигай, спасибо. Торнадо, бешеная торнадо. Просто бешено мчится, нет моего здоровья. В
блин! Или я такой нуб, или я не знаю, что происходит. Не был на втором месте, стал на предпоследнем. Возможно, мне мешает играть мои огромные клешни, которыми я с трудом держу эту мышку. Но я вас уверяю, я научусь. И будет интереснее. Если сейчас неинтересно, то это плохо. А если интересно, то это хорошо, наверное. 4 секунды, и противник почти одолел нас, и... Мне надо что-нибудь срочно предпринять. Хил, хил, ой, нет. Своего союзника я немножко подстрелил, правильно, ибо нефиг. Надо валить своих, чтобы чужие боялись. База врага атакована. Ой, ты еще что за... Какого хрена? Меня больно подстрелили. Так, поддержка. Поддержка тоже неплохо. И сейчас надо подхилять нашего союзника по 112. Все. Здоровье восстановлено. Кого же я там вижу? Ведь я даже не могу попасть в него. Возможно, потому что он очень далеко. Возможно, потому что раком очень сложно попадать. Ой, что я делаю? Что я делаю? Меня развернули. Здесь также есть прицел, выполнен он вот такой вот стилистике, но он здесь, в принципе, особо так не нужен, потому что здесь бои проходят очень динамически, и просто надо двигать как можно быстрее булками. Что же ты делаешь? Так, надо помогать. Воу. Что-то бумкнуло очень-очень. Противник уничтожит, хочет уничтожить нашу базу. Нет. Торнадо, свали побыстрее отсюда. Так, где он? Конечно, я уже лечу твою... Просто стой. Я спас твою задницу, ты мне просто обязан. Ты не обязан, как не знаю кто. Я твою задницу хиляю. Где мое спасибо? Где мое магическое спасибо? Прочность восстановлена. Огромное спасибо, 1500 опыта. С учетом того, что инженер, я не пойму, почему никто не играет инженером? Возможно, инженеры полные нубы. Ой, что я делаю? Токийский дрифт. Все, приехали, блин. Ракета пошла. А если попробовать закрутить противника, хотя он меня сплэшем быстрее разберет. Здесь какие-то странные орудия, говорю же. Странные вещи ракета здесь происходят. Нет, спасите мою задницу, спасите мою черную задницу. Расисты, блин. Ладно, шучу, я не нигер. Не подумайте ничего плохого. Наша база на грани жизни и смерти. Это просто невозможно. И невозможное происходит здесь. Здесь просто вакханалия творится. Потому что здесь все бам-бум-тарарам. Ну, в общем, вы сами только что видели. Так, что у нас еще есть? Вот эта вот странная штука, я так предполагаю, это артиллерия. Как она стреляет, я не знаю. Она тоже у меня есть в ангаре. Но, по всей видимости, она стреляет редко и перезаряжается очень долго. Потому что взрывы от нее... Я вижу крайне редко. Редко, все редко. Так. В бой. Надо спасать задницы наших союзников. И уничтожать по мне стреляют. Противника. Кого стреляет? Зачем стреляет? Так. Воу. Катись ты. Ракета пошла. Что я могу тебе сделать? Я вот этому магнуму второму еле краску царапаю. Ракета пошла. Нет, я уничтожу тебя, сволочь. Поддержка, нормально, значит. Как я работаю постоянно, вкалываю, как... Блин, ладно, что-то слишком много нигеров развелось. Я просто вкалываю, а вот так вот какой-нибудь пришел дяденька и говорит: все, я забираю твой фраг. Все прям как в танках, честное слово, я вам говорю. Так. Бой затянулся, и через 4.30 он уже просто закончится. Аск-1. Не надо меня ничего аскать. Я сваливаю отсюда. Так. Я ломал забор, как шоколад в ноге. Так, токийский дрифт. Воу-воу-воу.
Меня подбили. Сос. Мэйдэй. Лексиан потерпел крушение. Блин, да выделывался. Пока мои союзники где-то там залипают вдали, вместо того, чтобы подъехать, да, Лексиан, мы тебе поможем. Нафига Лексиану помогать? Воу, у него какая-то прикольная штука. У него улучшенная башня. Или то просто был какой-нибудь дополнительный модуль, который усиливает. У меня, в принципе, тоже есть замораживание, останавливает противника. Или что-то в этом роде. У противника сейчас только один живой Metal U. А что он может? Воу. Огромная штука детская. Надо попробовать сыграть на ней будет. Блин, она такая неудобная. В камеру не по... никак не поместится. Ура! В бой! Ололораш по центру. В принципе, да. Ололораш по центру. Только что так все и выглядело. Запрашиваешь ремонт? Держу. Все, я тебя подхилял. Кому еще нужен хил? 1000 хп я уже нахилял. Так. Магнум можно подстрелить. Он вроде не сложный. Оу, не дрифтуй, пацан. Так, подхиляется. Я получил какое-нибудь достижение или непонятную вещь, я только что получил, в общем. Наша команда стоит у базы и нифига не делает, и я не думаю, что это хорошо. Хилять базу невозможно. Так ведь, так ведь. Иначе было бы неинтересно. Но что делают наши союзники, я просто моему уму непостижимо на самом деле. Они просто стоят на базе и просто стоят на базе. На этом вот, собственно, все. Вместо того, чтобы воевать. Так, у меня пушка полное дерьмо. Здоровья у меня практически нет. И я снова получаю поддержку. Я просто супер. Ой. Юра, ты такая дура, я тебя помню. Катись ты отсюда. Я сейчас сзади тебя понастреляю. Запрашиваешь ремонт? На! Я вижу еще одного противника, наша база практически разгромлена. Мэйдэй. Так, мне надо хил. Прочность восстановлена, но не полностью. 92. Лечи давай меня, 100%. Отлично, сейчас противники понаедут и нашу базу просто будут кромсать древески. У нас осталось 3 танка. А остальные где остальные? Остальные проиграли, что ли? Так, что это за штука? Замораживающие ракеты, снаряды. Только знать бы, они наносят урон противнику или нет. Этого я еще не знаю. До конца серии осталось 55 секунд. Точнее, до конца боя, ну и до конца серии тоже. Ой, в меня попали, мою задницу поджарили. Ай-яй-яй, магнум. Что же поделать? Я понял, вопросов нет. Я удираю просто как не знаю, как первоклассник от старшеклассника, когда наступил тому на ногу. Минута, целая минута до возрождения. У меня нет такого времени. Раунд закончится быстрее, чем мой танк восстановится. Танк, боевая машина, танк. Да какая к черту разница? Быстрее, чем он восстановится. В этом весь смысл. Невидимка хренова. Полигатная пушечка. Я на предпоследнем месте, но я делал все, что мог. И поражение, феерическое поражение. Как так можно играть? Как таким раком можно быть? Убийца один, я убил одного. Здесь, насколько ты поддержку заработал, столько тебе дается. Или такая степень поддержки. Что-то в этом роде. Статистика. Давайте посмотрим, второй уровень. Вуаля, я заработал. Уже язык заплетается. Заработал второй уровень. 3000 опыта и 4000 непонятной штуки. Так, выйти в гараж. Здесь можно получить вибону за 30 золота. Но спасибо, я не хочу. За достижение тоже дается дополнительный опыт.
Это очень хорошо, наша машинка восстанавливается вот таким вот образом. Ну что ж, дорогие друзья, дома я вам немножечко показал игру. В следующей серии я постараюсь вам показать другие классы техники, не только этот боевой лечащий, хиляющий феникс, а еще что-то новое. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а если вы хотите со мной играть, напоминаю, ссылочка на игру будет в описании. Ну что же, всем удачи, всем пока!